В Владикавказе состоялось торжественное открытие 19-го чемпионата Северной Осетии по игре Brain Ring. Также состоялась жеребьевка команд всех трех возрастных лиг. В рамках чемпионата провели и дебютную игру школьной лиги. Приняли участие команды со всех районов республики. Как отметили организаторы, в этом году их рекордное количество – 32. Это и студенты, и школьники, представители СМИ, предприниматели и общественные деятели. Президент интеллектуального клуба «Альбус» Жанна Бориева подчеркнула, что популярность Brain Ring растет с каждым годом благодаря созданным условиям для развития игры в районах республики. Активно выходить непосредственно в вузы, в школы, встречаться с ректорами, директорами. Ну и, конечно, очень мощный толчок в этом году благодаря реализации президентского гранта по развитию интеллектуальных игр в 8 муниципальных районах республики. У нас сегодня созданы свои филиалы в каждом районе, они оборудованы техникой, созданы все условия, чтобы эти игры активно развивались в районах.